Это бэушный асфальт. Соскребли с дороги и везли выбросить. Итак, ребята, пробуем делать асфальт. Вот я кучку сделал перед порогом немножко. Вон у меня его еще сколько там, вон. Так что, если получится, то целый непочатый край работы будет. Так, ну судя, немножко прогрелся, конечно. Но лучше, когда рука вообще не терпит. Уже прошло минут 10. Тепленький. Ладно, посмотрим. Так, ну вот что получилось. Видите, как твердо. Все, можно ходить. То есть можно так делать везде. Насколько только хватит пропана. Да, ровненько. И ничего не проваливается. Видите, следов не остается. Ездить, конечно, невозможно, наверное, будет. Мягко для ездить. А вот ходить можно. Короче, пешеходные дорожки делать можно.